смотрите, смотрите, мега событие. Дима весь день пытается рыбку поймать, а у него нифига не получалось. Вот, посмотрите. А сейчас уточка, которая была на берегу, уплыла. Там рыбка какая-то. Осталось только выловить. Я прячусь в беседке. Ой, сейчас будет бегать. А, ему нужен сачок. Сачок нужен. Интересно, большая рыба. В общем, рыба попалась и утащила удочку в этот, в пруд. Бедный Тима. Знаете, он стоял вот здесь, рядом, и говорил: ой, как грустно, ничего не попалось. Тут где же эта рыба? И тут он вдруг: ой, а где какая-то удочка? Уплыла. Тайсон с Дэном бесится. Покоя не дает ему. Не может найти. Надо же. Только что мы ее видели, она плавала по воде. На то, что ли, утащила куда-то вглубь. Понятно. Ой, Дэнк сейчас утонет. Он улегся в воду прям. Смотрите, пришлось Диме на плотике плыть. Не может никак найти эту удочку несчастную. Какая у нас рыба? То ли хитрая, то ли очень сытая. Ну, сколько он уже ее ловит? И пруд-то не такой уж большой, особенно никуда не уплывешь. А мы видели, поплавок прям плыл, вот так вот плавал туда-сюда по воде. К сожалению, выйти из укрытия не могу. Придется так снимать. А тайсёныш водички боится, но к хозяину хочет. Смотрите, прям близко подходит. Хочет на этот, на плотик. И не знает, как туда попасть. Все крутится, крутится вокруг. Я вижу, вижу поплавок. Он такой оранжевый. Он на той части берега. Рядом с этим, с аэратором. Оранжевый. А Тима, наверное, не достает до него. Ну и рыбалочка. Тима! А подойти можно? Идемте. Непонятно, что там происходит. Почему поплавок носится туда-сюда и где пруд или удочка, то есть. Какой ему не дает. Бедный Дэнка.
Вон он. Ой, пропал. Исчез. А, вот он. Вот он. Только его же можно рукой достать. Вот она. Вот поплавочек. Идет сюда. Сейчас попробую поймать. Уже без камеры, конечно. Это была супер хитропопая рыба. Нифига мы не поймали. Она металась. Мы хотели ее выловить. Ни туда, ни сюда не приходила. И в итоге Тима просто вытащил поплавок. Естественно, без всего. Слушай, а крючок там есть? Да. А, вот, она даже... Крючок не остался с ней. Она просто выплюнула и все. Вот такая рыбка. Вы бы видели, как мы тут гонялись за ней. Такой азарт. Дайте ему еды, да? Дай ему еду и закрой. Хорошо. Помешаются. Запрыгнул на плотик, хотел сожрать крючки или порвать эту всю леску. Так что их закрываем. Дэнку закрываю. Тайсон тоже закрытый, сытенький. И бегу на озеро наше, на прудик. Тима настраивает новую удочку. Это та самая, которая упала или новая? Это новая, та же маленькая была. А, понятно. Ух ты, какая длинная. Оказывается, есть колокольчики для рыбалки. Я не знала. А Тима молодец, прям все знает. Я ничего не знаю. Знал бы все, давно поймал. Слушай, а на кого ты поймал? Вот на кого она клевала? Кукуруза. Кукуруза? Ты сейчас опять кукурузу поставил? Угу. Много? Здесь у меня два крючка, с двух съела. Пока животных загонял, видимо, вот она схватила. Понятно. Там один крючок. Хорошо удочку вернула. Да, это да. Жалко было. Надо время посмотреть. 7 часов. Вот я вчера сидел 7, 8, 9, никто не клевал. Угу. А сегодня бац и клюнуло. Странно очень. Будем рядом сидеть с вами. Давай. Мы немножко перекусили. Вон поплавок, если вам видно. Тима, а мы же можем каждый сам по себе ловить, да? Раз две удочки. Ты на что намекаешь? Ну да, вот это мне. А где она? Я ее не вижу. А, вон она. Вон. Она лежит на этом. Ну, я ее себе сейчас возьму. А Тиме пусть там будет. В прошлый раз клевать, не знаю, ну где-то вот в этой части начала. Наверное, надо где-то тут расположиться. Или наоборот, в другом месте. Не знаю. Сейчас я Тиму спрошу. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ой, булькает. А, это не то. То тут, то там круги на воде. И непонятно, рыбка это или... Или ветер, что-то другое. Ух, рыбка какая, а! Хитрая. Я пока Тимино место займу. О, нет, это ветер. А вообще, знаете, я уже говорила в каких-то роликах, я никогда так не рыбачила, никакой удочки у меня не было. Это так захватывает, правда. Тима себе столько всяких штучек накупил. Смотрите, какая прикольная палочка. Очень удобно, по-моему, сама держит удочку. Вот еще колокольчики, можно будет даже отходить спокойно. Тима, можно это будет моя? Пс. Можно это моя будет? А? Можно это будет моя? Это? Да. В смысле? Вот это. Это твоя удочка? А, ну хорошо. Thank you.
тоже кукуруза. Да. Только надо ее вон туда, наверное, поближе закинуть. А в прошлый раз она где была? В середине, где Айрат. Ага. Вот я же говорю, где-то там поймалась. Промахнулся. Смотрите, попал на веревку. А как теперь вытащить? А вытащить не сможешь? А, сможешь? Зацепиться можно. Ой, зацепился. Нормально. Вышел? А, ну ладно. Красиво, правда? Следи за своим сама. Ладно. Кукурузу не ешь, это для рыбы. Папа, постараюсь. Хотя это трудно. Тима говорит, клюет. Это малек опять играется. Плюс ветер. Почему туда удочка удачливая? На нее лучше ловится. Я всегда на эту ловил. А эту вот, видишь, ну, сидел, поймал на эту. 800 рублей стоит поэтому. Булькает. Может, они пукают? Тихо. Чё? Чё, вчера тоже добулькали, булькали. Может, сидят, пузыри пускают просто. Булькают, но не трогают. Мы сидим и ждем. У моря погода. Тут везде все время что-то булькает. Тут поплывет, то вокруг чего-то крутится. Мальки. Ублюдочная рыба. Там должна поймать. На твою. Надеюсь. Ну до этого я это туда выкинул. Здесь все время какие-то мелкие рыбки. Чуть ли из воды не выпрыгивают. Вот, наверное, интересно их половить, как в детстве, в бутылку. Тима говорит, что нам после прудика целый дом нужен. Что нам не поможет ни беседка, ни шезлонг. Я говорю, надо построить здесь дом хороший, утепленный, с отоплением, с телевизором, с вай-фаем. Окно открыл, вот так вот прыг. И сидишь одной рукой, держишь удочку, а другой телевизор смотришь, не знаю, чай пьешь. И когда клюнет, сразу раз в окно и закинул на сковороду. Потому что целый час сидим, ни хера не поймали. Меня уже раздражает эта рыбалка. Слово рыбалка, меня тошнит скоро будет. Я и так рыбу не люблю, а сейчас вообще буду блевать на нее. Омерзительная рыба. Пугаешь? Это у меня не работает камера, но он же каждую минуту что-то говорит. Что ей надо, чтобы не до рыбаки. Что она сытая, что ей на нас наплевать. И мы ее никогда не поймаем. А еще Тиму предлагать сети притащить. Да, Тиму? У меня сети нет, надо заказать. Сети, тротил. Растяжки поставить. Ну, сразу взрывалась. Козлина. Рыба-козел. Мне надоело весь день вот так вот тратить свой. На какую-то херню. Осталось только трубочку длинную сделать и пузырики пускать в прудике сидеть. Столько дел можно было сделать. Я устал, а почему как собака. Она не ловится? Почему она не ловится? Может, ну, поймаешь, что? Спросишь. Ну а что надо бросить, чтобы ей хотелось съесть? Может, надо было еще этого опарыша искусственного положить? Я уже был, рыбачил, и на опарыш тоже. И на червя живого.
И на кукурузу с червем вместе. Еще и опарыш туда. Бутерброд ей сделал. Люля-кебаб из опарыша, кукурузы и червяка. Люля-кебаб. Ничего она не кушала. Она сама просто не знает, что она хочет. А ты же говорил, что у тебя есть какие-то приманки со всякими вкусными запахами. Это на толстолобика. А, и приманку тоже кидал? Да. Для карпада. Ни хера. Мы решили пойти домой. Усидим, еще без толку. Уже вечер. Ласточка. О, ласточка водички подобрала. Уточка здесь прилетала. В общем, тут кто хочешь был, кроме того, кого нужно. Пойдем, Тим? Нет, ночевать не будем сегодня. Его меня достало.